День Победы празднуется 9 мая, но его дух и идеология для многих становятся настоящим жизненным кредо. Быть сильным, стойким и не поставать перед опасностью – черты характера, которыми мог похвастаться каждый участник этих соревнований. 17 мая на первенство Десногорской спортивной школы по дзюдо, посвященному Дню Победы, в дружеском спортивном бою встретились спортсмены Десногорска и Рославля. Мы должны передавать из поколения в поколение. Должны чтить наших ветеранов. Должны чтить этот подвиг. Этот праздник должен остаться в наших сердцах на веках. Спортивные навыки и технику показали более 40 спортсменов 2009-2011 годов рождения. Эффектные броски и болевые приемы сопровождались радостью победы, а где-то горечью поражения. Представители различных весовых категорий ловко и сознанием дела отрабатывали приемы на своих соперниках. Кроме юношей, в соревнованиях принимали участие девочки, воля к победе и стойкость которых будет примером для многих мальчишек. По окончании соревнований участники и победители получили памятные подарки. Несмотря на свои результаты, все участники покинули соревнования с улыбкой и хорошим настроением. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.